Всем привет! Меня зовут Андрей, это прохождение Dishonored 2 на моем канале. Мы проходим главу номер 4, механический особняк. Нам надо спасти Соколова, устранить Джиндоша, не знаю пока как, с летальным способом или нет. Вот, мы уже пробрались в этот особняк. Он очень крутой, он механический. И Джиндош в курсе, и он как бы такой говорит: давай поиграем, доберешься до меня, окей. Вот. И такой, и свалил. А тут эти. Так, мне нужен пистолет. Где пистолет взять? Пистолетная пуля. Воу, это было больно. Блин, что за дерьмовые пули? Капец, я потратил все пули. С них ничего не выпадает? А что выпадает? А, это так хлам просто. Арбалетный болт. Капец. Они крепкие ребята-то, оказывается, блин. О, что-то выпало. Все-таки что-то выпадает с них. Ну, я просто не знаю. У меня нет пуль теперь. Что, надо постоянно теперь вот так осматривать? Место, где они сломались, где они рассыпались. Надо осматривать, мол, на наличие всякого лута. Да, вот такие вот эти часовые солдаты. Опасные ребята. Слушай, а я, кстати, что-то задумался в прошлый раз. У меня вот способность... Что у меня за сведения есть? Антон Скало держит в так называемом зале... Атробации? Что это значит? Похоже, по коридору, ведущему к лаборатории, пройти не удастся. Надо найти другой путь. Вот эта штука гипноз, она... А, она только людей и собак чарует. То есть роботов одного на другого она не натравит, получается. Это жалко. Тогда сейчас, не знаю, может быть, даже бесполезно ее качать тогда получается. Потому что все равно, ну, типа все равно, да, не поможет мне против них. Так, другой путь надо найти. Другой путь — это вот этот рычаг.
Блин, а там руна была. From the other side. Он там ходит. Я мог бы и тут пройти, или нет? Не, я не мог бы тут пройти, наверное. Просто у меня есть механизм, который может. Перепрограммировать эту стену, чтобы я мог пройти, но, блин, этот механизм тут никуда не воткнуть. Я так понимаю, тут ходит еще один часовой дядя, часовой солдат. Вон он выходит, твою мать. Они стрёмные. Потому что они... Очень живучий, он отходит. Стоп, он не один? Оу, щит. Вообще там я прочитал в записке, что их можно вырубить, если подокрасться незаметно. Но они смотрят даже с... Даже спиной, то есть я не знаю, как это сделать. Давай попробуем сейчас сделать одну фишечку. Если меня убьют, то убьют. А если получится, то будет хорошо. Lens array active. Unauthorized presence. Playback for unambiguous enemies. Не, он один. Блин, а как это сделать? Как подойти к чуваку, который смотрит во все стороны? Незаметно. Эта штука не работает. Ладно, прошмыгнуть я смогу, наверное, если чё. When this plays, check central rotor. Так, прошмыгнули. Блин, я без пуль, капец. Только арбалетные болты. Сохранимся. It'll wake up on its own if a fight breaks out. They're blind, but they can still hear. Creepy to know they might be listening to us. Can they understand what we're saying? No. No more than an audio. Инструкция для персонала. Внимание у сотрудников. Сегодня Андро и... Господин Андро и госпожа Вивьен посетят нас с целью приобретения пары часовых солдат. Мои инструкции таковы.
Разрядный столб должен быть убран под пол. Мы не собираемся испарять наших гостей. Включить его можно только при нештатной ситуации. Следует выставить угощение и приготовить обед по случаю подписания контракта. Если они упрутся и захотят увидеть меня, вы должны сказать, что я скоро приду, и отвести их в зал ожидания. Не активируйте механизм, опускающий зал ожидания к залу апробации. Я сам это сделаю, когда приду. Основные сведения о часовых солдатах. Внимание у всех сотрудников. После несчастного случая на прошлой неделе Джиндаш доводит до всеобщего сведения следующую информацию касательно часовых солдат. Весь личный состав гвардии обязан ознакомиться. Часовой солдат защищает... А, я это, кажется, читал, нет? Да, я читал. Это как раз-таки, в общем, лайфхаки небольшие. Если, если сбить голову, то он начнет просто месить во все стороны. Если очень близко суметь подойти, то можно выключить. А, можно переключить его. О, это круто. On that bloodfly crew. Always worth it pulling a few strings. Тихо. Теперь мне нужны пули, которых, блин, раньше было много, и они не лезли, а сейчас нет их. Stand clear! I'm bringing up the arc pylon! Меня спалили или что? Робота не могу активировать. Где у него кнопка активации? Нет? Случайно такой. Где руна? Руна там. В смысле?
goes again. Who do you suppose he's talking to? It explains the delay, at least. If there is a break-in, I hope the clockworks deal with it quickly. I'm tired of waiting for Jindosh. You think at these prices, the man wouldn't keep us waiting? There's only one Kirin пробраться туда, блин. Как туда попасть, в общем-то. Met a girl from Morley. Our love ended poorly. Ah, you noticed my arc pylon. The electrical discharge from my clockworks makes these obsolete. I keep this one out of nostalgia for Sokolov's dated designs. Норма, что он, что его сожгли нафиг. А попробуем загрузиться, посмотреть, что будет. Хочу посмотреть, что это за человек. Может быть, это был единственный в общем, добрый человек, добрый охранник здесь. Ну, как добрый, типа... честный, не знаю. Где, правда, я не помню, где я сохранился. А, ну вот, я сохранился здесь. Отлично. He heard the child calling for help, but he pretended he didn't and walked away. А, ну окей. Тогда хер с ним. Maya spent three months on the west side working near Lady Pinoli. And that's all it took. Now he's a major. He didn't want his teeth broken out. Maybe he shouldn't have opened his mouth. There is nothing more about him. Not that I can see.
get the chance, I'm going to ask for a transfer to the Grand Palace. Why shouldn't I? I deserve as much. Раз его не сожгло, непонятно почему. Странно как-то. Вот раз его не сожгло. Хотя я уж подумал, что и хрен с ним. О, а, вот так вот можно пистолетные пули брать у них. Просто брать их в пистолет. Соответственно, пистолетную пулю получишь. А у того чувака были пистолетные? У него только, только шпага была, что ли? Блин. Ну ладно. Две пистолетные пули. Сюда. Можем посмотреть, что там. Посмотрел. Не успел. Там на столе была вкусняшка, всякие фруктики. Не удержался. То есть эти разряды абсолютно хаотичные, оказывается. Я думал, что они, не знаю, на чего-то реагируют, и они среагировали просто тогда, когда я убивал этого, душил этого чела, думал, как-то вот такой принцип. При этом меня они не задели, но, видимо, я стоял не на той, не на той части пола, где проходит заряд, поэтому... Только поэтому мне повезло. Да, блин, твою мать! А-а-а. Сука. Мы долго будем ходить по этому особняку. Не, ну к тому же он, вот в отличие от других локаций, здесь больше коридорности. То есть... Нет такого, как той же больницы в институте, где там можно было в любое место пойти, как угодно вообще. Здесь доступные места очень так вот прям вот определены очень строго. Ну, то есть это объясняется сюжетом. Где она? Где этот грёбаный разряд? Какого хрена? Какого хрена? Почему в прошлый раз я смог пройти? Три раза подряд тут умереть, блин. У меня есть, конечно, перемещение, блин, но я думал, что тут как-то можно это избегать этого. Чуть не пойму. Не пойму, по какому принципу он бьет. Я думал, что он хаотично бьет просто, ну, типа, с интервалом. Но сейчас он вообще не бил и резко ударил только в тот момент, когда я побежал. Почему он ударил меня, я стоял там? Так, ну вообще лут там есть какой-нибудь? Там же лута никакого нет. Может, мне не обязательно туда идти? People,
like normal people. Imagine one of them is a kid. Блин, а чё там? Может, тут что-то полезное есть? Это любопытство. Ничего особенного тут, кстати говоря, нет. Какого хрена? Меня ударило током даже на столе? Вот тупизм. Плохая игра. Я стоял на столе. Чё за бред? И непонятно, на что оно реагирует. То есть, ну блин, я не касался пола в этот раз. Space behind the walls. Вот это уже интересно. Типа, пошел-ка ты нахрен, у меня свое тут. Последние слова. Тому, кто это найдет, ты в ловушке? Мне хорошо знакомо твое положение. Видишь ли, это мои последние слова. Я сбежал из их клещей, но зачем? У меня нет ни еды, ни воды, и я слабею. Если и был шанс спастись, я его упустил. Даже написание этой записки истощает остатки моих сил. Я думал, что смогу одолеть этот хитроумный механизм, этот страшный дом. Это произведение Джиндыша. Но он одолел меня, если бы только я взял с собой воду и кусок хлеба. Прощай же, мой безрассудный друг. Наверное, ты тоже умрешь здесь. Мне очень жаль. Если я стану призраком, то попытаюсь тебе помочь. В противном случае счастливо оставаться. Станислав Шеферд. Жулик, маг, вор, хвостун и, несомненно, дурак. Ладно, ты строг к себе. Мы отомстим за тебя, парень. Так, тут ничего, по сути, так вот. Тут есть... Проход. So you've powered down my arc pylon. How resourceful.
Я не такое тут починил. Вот так, да. Мы нашли интересное это место. Да, у меня руна новая. Надо поставить ее. Амулет, в смысле. Амулет. Амулет. Вихрь. Скорость атак клинка немного увеличена. Отлично. Это хорошая вещь. Ключ от переулка. Нафига он мне нужен? Слушай, интересно. Стоп, а чего я тогда отключил? Я думал, что я отключил этот пол грёбаный. Нет? Что-то не понял, а чего я отключил тогда? I sense your movements. I know where you are. Я и так могу сюда попасть, в этот зал. Чего я отключил тогда, не понял. Или я отключил какой-то другой, может быть, стол бы. А вот туда я могу еще попасть, наверное. Просто на картах сижу. Да блин, возьми монету. А, она слишком маленькая для моих больших рук. Моих больших женских рук. Вот, мы поднялись. То есть я могу пойти в зал апробации. Что-то мне подсказывает, что Соколова там нет. Я могу пойти сюда. Я не знаю, нафига мне быть. Кстати, тут есть какой-то рычаг. We're moving at last, but where is Jindosh? А нафига это сделано? А чтобы выйти там? Shifted earlier. Oh look, it's one of the clockworks. But what is it doing? It's cold, worthless outside the walls. It's obviously a chamber for conducting experiments and tests. How would you know? You can barely. Be careful. Jindosh isn't here. The limits of the
clockwork Sokolov. Do you suppose we're in danger? Let's just stay here to be safe. If you're really looking for Sokolov, that old nag is around here somewhere. Build a mansion like this. Блин, тут столько всяких мест, я даже не знаю, куда пойти лучше. Давай посмотрим, что тут. Ну, тут наверняка есть грёбаный этот. Заметил. Это зал. В смысле, это туда, но типа как туда попасть? Waited for this appointment. We're waiting for Kirin Jindosh. Leave us be. Да пожалуйста. I wonder, does it get under your skin knowing that Delilah is sleeping in your chamber in the Dunwall Tower? Да блин, возьми, ё-моё. Да. Мне хочется отсюда сбежать. Это точно. Как его перенастроить? А, перенастроить его, наверное, он только с той стороны. К сожалению. Тут поле. Блин, а руна уже не так далеко. Тут больше некуда идти. Indicate some detection without certainty. General assessment chamber reconfiguring. Standing by. Switching to alternative. Yes. There is more here than corruption and pain. Don't despair. There is goodness here too.
Triggering electrostatic discharge. Stand clear. Playback for unambiguous enemies. Out. Блин, капец. Твою мать, я не те кнопки еще нажал. Я играл 5 месяцев в Bloodborne. Я хочу, когда меня пытаются ткнуть, я пытаюсь на кружочек сделать ворот. А тут нет ворота. Тут есть только блок на R1. Блин, жесткие враги. Я не знаю, как с ними. В ближнем бою с ними сложно сражаться. Не знаю, сейчас попробуем нормально блокировать. Может, я просто криворукий. Надо... По идее, блок должен держать, я же. Мне потрениться бы с ними. Сложноватые. Плюс еще такое пространство, конечно, ограниченное. У меня ничего нету, по сути. Что там, кто-то вылез? I know you're here somewhere. Да, капец, блин. Man, more... I'm not in the mood. Show yourself. Иди ты нахер. Я не знаю, блин, даже не знаю, сохранятся ли это или не сохранять ли это или нет.
Я сохраню, пожалуй, самый старый сейф. Типа, не на быстрый сейф. Сохранюсь. Это не то. Надо мины использовать, точно. Чтобы сразу, если что, с этого момента, когда уже полутался, подхилился. Так. Соколов. Чего это? Записка Соколова. Дорогой Антон, надеюсь, шум часовой солдат у твоей камеры не нарушает твой сон. На меня их твердые шаги и нежное электрическое жужжание производят убаюкивающее действие, но ты можешь со мной не согласиться. И действительно, в твоем положении шум может сводить с ума, особенно когда нажимная пластина для выхода из камеры расположена столь искушающе близко. Но если ты осмелишься выйти из зала апробации, словно серая морщинистая усатая крыса в поисках сыра в лабиринте, тут-то тебя и встретит наш неугомонный страж, неутомимый страж. Ты умный человек, уверен, тебе не нужно объяснять, что сделают эти острые штуки с твоим старым, изможденным телом. Кирин Джиндаш, конечно же. Is that young Emily Caldwin? Anton, save your strength. I came to take you out of here. Jendosh has bigger plans than you know. An army of his clockwork soldiers. It would be the end. I'm going to visit Jendosh too, old friend. Эй, ты в порядке? Ты жив? Приз получен. Лабиринт разума. Мне надо его тащить с собой постоянно. Получается. So, you've taken Sokolov. Now what? Safest to take Sokolov back to the carriage before confronting Jindosh. Сначала отнести его, а потом... вернуться к Джиндошу, так? Нафига мне эта кнопка была?
Что-то мне как-то подозрительно все это кажется. Moving walls. Most people are happy just doing a job. Блин. Как-то тупо это срабатывает иногда. То есть он мне показывает, что так можно, типа, пройти. При этом я не получается. Капец, она сильная девчонка. Держит старика на себе, да еще и того. Сохранимся. Кто тут ходит? Письмо на литейный завод. Пожалуйста, напечатай и отправь это письмо на литейный завод Норы Амада. Мадам, ваш идиот-бригадир только что задал мне следующий вопрос. Любой размер сгодится? Любой размер? Нет, нет и нет. Все детали должны быть в точности тех размеров, которые указаны на чертежах. Мне нужна гарантия того, что у вас на заводе есть кто-нибудь, кто это понимает, кто лично проследит за тем, чтобы все заказанные мною детали были абсолютно одинаковы, точно отмерены и изготовлены на правильных материалах, из правильных материалов. Я ни монеты не заплачу, пока не получу гарантию исполнения моих требований. Это же не пресс-папье. После того, как эти детали покинут ваш завод, на них будут изготовлены сложнейшие механизмы. Жду ответа, Джиндер. Как всегда, говница, ну. Так. Блин. Да, но есть одна проблемка, там ходит часовой солдат до сих пор. I won't let you take-
take him. Sokolov was the great thinker of his time, and now he belongs to me. Oh, shit. Vince indicates the search protocol is underway. Сейчас. Aristocratic profile, but hostile. Now that you're our last one, the last vision you behold is a work of scintillating industry. The very pinnacle of invention. Entering combat stays a young woman. The machine has entered combat. Unauthorized for detection. Playback for combat protocols. Playback for unambiguous. Each new visitor is another test for the clockwork soldiers. Какая жесть, тут трое. Их тут трое. Я не знаю, что делать. Их трое. Там был один, а теперь... А он там понатыкал побольше их. Чтобы я не мог вынести его. Блин, загрузки долговатые чуть-чуть. Да, ну какого хрена, ну блин, ну... Ладно. Я, пожалуй, продолжу прямо вот с этого места в следующий раз. Вот у меня тут Соколов лежит. Продолжим с этого же места. В следующий раз будем сражаться с ними как-нибудь. Пока.